Stoxx рынок прогнозов высоко держит планку меньше, чем через месяц после ICO. Как сообщает Cointelegraph, Stoxx набирает популярность благодаря тому, что знаменитые люди делились и публиковали его в своих социальных сетях, информируя о новой технологии с открытым исходным кодом. Ажиотаж начался со знаменитого боксера Флойда Мейвезера, который поделился фотографией и упомянул Stoxx. Также отличился известный футболист из Барселоны Луис Суарес. Он поделился, что в восторге от открытого теннисного турнира США и, прогнозируя, кто победит, обратил внимание на Stoxx. Основатель Stoxx, Офир Гертнер, отметил, что успешный ICO – это отличное начало, но это только начало путешествия, а не пункт назначения.